Здравствуйте, с вами вновь Александр. Сегодня я вам расскажу о достаточно новой коляске от компании Easy Walker. Она называется Harvey. Эта коляска мне очень понравилась, скажу сразу. Поэтому мое мнение, знаете, человека, которого она зацепила, будет сегодня. Вот, но сразу хочу вас предупредить. Эта коляска, скажем так, это вообще хороший вариант для одного ребенка, там, с рождения, там, до 3 лет. Но и также это вариант коляски, которая модульную систему имеет и может трансформироваться, докупаются к ней разные адаптеры, еще что-то. И можно ее использовать как для детей, для погодок, для 2 детей сразу. Поэтому видео будет длинным. Устраивайтесь поудобнее, как говорится. Вот, и начнем ее с вами изучать. В первую очередь мы рассмотрим ее как для одного ребенка. Потом я скажу, что нужно и для того, чтобы сделать ее для погодок. Вот, ну а мы поехали, собственно, изучаем. Естественно, в первую очередь мы начнем изучать с вами ее с люльки, потому что ей вы начнете пользоваться первой. Сразу хочу обратить внимание, люлька сейчас установлена сразу на раму, и она стоит достаточно низко. Вот у меня 186 сантиметров рост, мне это караул как низко, то бишь нужно нагнуться сильно. Но не все люди высокие, есть люди поменьше, эта высота будет самое оно. Но для людей повыше в комплектацию входят специальные такие адаптеры, которые дают нам возможность поднять выше или опустить пониже. Мне вот так рассказывать неудобно, поэтому я сейчас одену эти адаптеры и поставлю ее для себя повыше, чтобы мне было удобнее вам рассказывать. Дальше ставим люльку. Соответственно, сейчас она на самом-самом нужном для меня уровне, поэтому поехали изучать. Люлька здесь классическая форма имеет, ничего такого необычного, но очень качественная. Я вам не так давно уже рассказывал про Easy Walker Musi Plus. Тоже мне очень понравилась коляска. Можете на моем канале предыдущее видео открыть, посмотреть. Супер вообще вещь. И эта коляска почти такую же люльку имеет. Там мне очень понравилось, что материалами, что вообще формой. Здесь все практически так же, но ткань немножечко здесь другая. Но тоже очень качественная, приятная ткань. Вообще без вопросов. Что еще мне нравится? Здесь на ручках эко-кожа используется. С прострочечкой, все красивенько. Очень сильно удобный хват. Здесь тоже есть ручка для транспортировки, чтобы вы могли взять и перенести ребенка. Вот. Что касается козырька. Есть у нас силиконовое окошечко. Можно немножечко посветлее, чтобы было там ребенку. Ну и с этой стороны заглянуть. Хотя зачем, непонятно. В общем, не суть. В козырьке, к сожалению, нет отдельного достающегося оттуда дополнительного козырька. Ну, он классический, вот ровный и все. Также у нас есть накидка на ножке. Накидка на ножке очень достаточно большая. У нее большой такой, скажем так, назовем его козырьком. Вот, имеется достаточно высокий и закрывает, чтобы так в лицо не дуло ребенку. Очень здорово. Вот, что касается самой люльки. Люлька, она достаточно большая. Я вам ссылку на характеристики на сайте «Первая коляска» добавлю в описании. Пройдите, и там вы в сантиметрах, миллиметрах все увидите. Все здорово. Вот, толстый достаточно такой упругий матрасик. Очень здорово. Материалы внутри, обивка тоже очень-очень качественная. Вообще, качество претензий ноль. Абсолютно. Кстати, эти люльки, что в Musi Plus и в Harvey, они проходили тесты на длительный сон ребенка. Поэтому вы можете ее использовать как мини-кроватку. Но вот переехали вы куда-то, нет у вас еще кроватки. Поэтому пока ребенок может здесь спать, и ничего страшного в этом нет. Все тесты пройдены, одобрено, все нормально. Вот. Это что касается люльки. Теперь
Люльку мы с вами убираем. Кстати, вес коляски, что с люлькой, что с прогулкой, имеется в виду для одного ребенка, если, то с прогулкой, по-моему, 11400 грамм, с люлькой 11200 или наоборот. Ну, в общем, не больше 11,5 килограмм в любом из вариантов. Поэтому она достаточно легкая. Это для такой вот конструкции, это реально легкая коляска. Дальше ставим с вами прогулочный блок. Естественно, он у нас ставится и по ходу, и против хода. Опять же, я, видите, установил на эти проставки. Он выше. Можно опустить, в принципе, ниже. Тоже здорово. Так, изучаем прогулочный блок. Прогулочный блок, он с системой гамака. Вот вы видите. Кто-то любит, кто-то нет, но здесь такая система. Обсуждать можно эту тему долго. Лично для меня, по большому счету, все равно. В принципе, и так ребенку нормально, и было бы просто ровно. Не суть. Вот. Также есть подножечка. Все красиво, все убирается, все регулируется. Вот здесь, вот эта часть вся резиновая, поэтому тут легко все это помыть. Что касается безопасности. Все стандартно. Пятиточные ремни, мягкие накладки везде есть. И бампер. Все отлично. Бампер, чтобы вы могли посадить ребенка, очень удобно с одной стороны. Отстегнули, посадили, пристегнули обратно. Все здорово. Вот как это будет выглядеть по ходу движения. В принципе, все отлично. Так, давайте теперь плавно перейдем к изучению. А, кстати, по поводу регулировки наклона, вот все просто, я уже сказал, система гамака, а у них у всех приблизительно одинаковая регулировка. Вот, кстати, вот этот козырек сейчас в расширенном состоянии, можно застегнуть и будет вот так. Ну, я думаю, что все будут ездить так. При этом освобождается доступ для дополнительной вентиляции. В принципе, летом будет здорово. Зимой, конечно, не знаю, но летом отлично будет. Дальше. Что касается ручки. Ручки. Здесь вообще супер грамотная система регулировки по высоте ручки. Вот так открыли. Диапазон просто... Ну, учитывая то, что убрали проставки, она станет низкая. Для невысоких, очень, скажем так, невысоких людей. Вообще, отлично. Прям находка. Вот. Регулируется все. Система очень хорошо и грамотно. Вообще супер. Что касается ручки, я вот говорил уже, эко-кожа все бита, хват вообще просто космически приятный, здорово, прям удобно. Так, соответственно, сама рама металл, естественно, все очень хорошо сделано, претензий к качеству нет. Я бы смело вот эту вот коляску и Мьюзи Плюс, предыдущий обзор, немножечко подвинул даже к премиум сегменту, потому что сделано реально достойно, очень достойно. Они на все 100% стоят своих денег. Вот. Претензий к качеству у меня нет. Колеса здесь резиновые, не надувные. Амортизация есть, сзади нормальная. Спереди давайте посмотрим. Тоже более чем. Ну, естественно, колеса все блокируются. Если нужно неровная поверхность какая-то совсем битая, заблокировали, проехали. Вот, очень удобно. Багажник. Багажник, доступ к нему просто шикарный. Ничего вам не мешает, ничего доположить. И достаточно большой. Что мне нравится, он не из сетки, а такой очень прочный материал. Очень много точек крепления имеет. И, соответственно, нагрузку нормальную выдерживает. Поэтому с этим все нормально. Давайте теперь сложим эту раму. Посмотрим, насколько она компактно выглядит в сложенном виде. Так, я уберу просто, хотя с проставочками сложим. Так, отгибаем, нажимаем, дергаем. Вот так получается у нас в сложенном виде. Можно задвинуть, в принципе, ручку. Вот такая компактная конструкция. В принципе, можно и с прогулочным блоком сложить, но будет чуть-чуть все, конечно, побольше.
Я обычно рекомендую блок снимать и ставить его отдельно. В принципе, вот вы видите, я одел. Нормально. И с блоком тоже достаточно легко можно транспортировать. Так, раскладываем. Вот как это выглядит. Все достаточно просто и легко. Теперь перейдем к изучению для детей погодок, для двух детей сразу. У кого один ребенок, в принципе, я для вас уже все рассказал. Это суперская коляска. Вот, если дальше не интересно для погодок, в принципе, все. Вот, ну, а тем, кому интересно, как она превращается для детей, для двух сразу, продолжим изучение. Для того, чтобы сделать ее нужной, отдельно докупается вот такая вот штука, конструкция, которая увеличивает раму, соответственно, делая ее более вместительной и дающая нам возможность переделки ее для погодок. Для этого что нам нужно? Нам нужно снять штатные колеса. Перед этим забыл. Отстегнуть нужно багажник. Убираем его в сторонку. Вот видите, багажник большой. Убираем в сторонку. И после этого мы легко достанем колеса. Вот, убираем. Ставим туда, куда я дел. А вот. Ставим удлинитель, назовем его так. Все отлично, супер. Нам теперь нужно снять колеса. Освобождаем их. Убираем. Одеваем сюда. В комплекте с удлинителем рамы, назовем ее так, идет и увеличенный багажный отсек. Его тоже одеваем. Собственно, вот так вот устанавливается удлинитель. Соответственно, меняется сразу же багажник, потому что он стал длиннее. Ее даже, кстати, отдельно можно докупить для одного ребенка и сделать себе здоровенный багажник. Дальше. Таким образом, вообще сюда можно еще докупить переходники, ставить автолюльки, ставить два прогулочных блока, можно ставить люльку с люлькой, автолюльку с люлькой обычной, прогулку с люлькой. Ну, в принципе, вариантов много. Вот, поэтому сейчас я вам покажу вариант. Загибаем вот эту штуку. Вариант установки люльки и прогулочного блока. Когда у вас один ребенок уже постарше, вот, сверху ставится прогулочный блок. Что из минусов хочу сразу сказать, что мне не понравилось, то, что люлька, она смотрит от мамы. Это, на мой взгляд, как-то совсем не круто. Вот, ну, когда мы такие вещи покупаем, тут с чем-то приходится мириться, потому что как иначе нам возить двух детей? Можно было бы что-то здесь, конечно, придумать, но здесь производитель пошел таким путем. Снизу люлька, сверху прогулка. Вот, вообще вариантов для погодок предостаточно. Две прогулки, люлька-прогулка, автолюлька с люлькой, прогулка с автолюлькой. По идее, все, что вообще вам может понадобиться, здесь есть возможность такой установки. Давайте я сейчас, например, просто покажу вам установку, так, для наглядности, двух прогулок. Вот, например, прогулку ставим. Естественно, прогулки, адаптеры, удлинители, скажем так, рамы, все это продается отдельно, поэтому это все покупать нужно дополнительно. В комплект не входит это все. Вот вариант установки двух прогулок. В принципе, есть вариант регулировки и поспать ребенку нижнему без проблем.
также и верхнему можно поспать. Поэтому здорово. Есть, конечно, коляски, которые в ширину рядом детей, типа так им лучше, они там общаются, еще что-то. Это все понятно и здорово, это отлично. Но как вы войдете в какой-нибудь лифт, как вы войдете в какую-нибудь дверь, как вы вообще куда-нибудь войдете? Это вы, получается, со сложенной вышли на улицу, там ее разложили, собрали и поехали, весь тротуар занимая. Не знаю, эти решения мне не нравятся. Поэтому я вижу, как говорится, будущее за вот такими решениями. Мне кажется, они более удобными для родителей. Ну и, в принципе, детям даже весело как-то, все необычно. Вот, поэтому это решение имеет место быть. В принципе, все, что хотел рассказать, я вам рассказал. В двух словах, мое мнение. Эта коляска, вообще Easy Walker, удивляет, честно. Вот мне очень нравится, и просто зная ее цену, очень шикарное качество. Вот, ну, я не знаю, не придраться, оно реально, ну, не в два раза, конечно, дороже конкурентам, но как минимум близко к ним. Поэтому очень хорошие коляски. Отличная коляска для одного ребенка, как два в одном. Шикарная люлька, отличный прогулочный блок, хорошее шасси, мягенькое, удобное, все качественно, все отлично. Самое главное, практичная коляска. Удобный, хороший багажник, вообще супер. Удобный доступ к нему, в конце концов. Если погодки, вот я вам сейчас показал, как здесь можно организовать их транспортировку. На мой взгляд, отлично. Вообще, на рынке колясок для погодок сложная ситуация, не такой уж на самом деле и большой выбор хороших, грамотных решений. Поэтому такие колясочки даже, наверное, дефицитные. Вот. Поэтому ищите что-то подобное, что для одного, что для двух детей, обязательно рекомендую обратить внимание. Реально интересный вариант. Вот. И в заключение, если это видео вам понравилось, ставьте, пожалуйста, лайки, обязательно подписывайтесь на канал. И большое спасибо первой коляске за то, что предоставили эту коляску на обзор сегодня. Спасибо. И вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора коляски для своего ребенка. И удачи, до свидания.